которую хотелось бы обратить наше внимание, первая компания, это ты в центре внимания. Сейчас в тренде у нас красный цвет. Что такое это? Что такое красный цвет? Это успех, это уверенность в себе, это развитие, достижение целей. Почему это так важно для нас? Потому что мы хотим, чтобы вы постоянно чувствовали силу в себе, мы постоянно чувствовали уверенность в своих силах, постоянно двигались вперед. И с чего начать? Начать нужно в первую очередь с себя. Помним, да, что всегда мы все начинаем с себя. И если вы будете приглашать людей, у вас будет возможность получить потрясающие аксессуары красного цвета. Вы будете в центре внимания. И сейчас у нас главным трендом является красное на красном. Да, так мы назвали внегласно нашу акцию, компанию по приглашению новых партнеров. И вы видите, что красный цвет сейчас в тренде. Красный цвет – это цвет успеха, цвет победы, цвет страсти, цвет всех потрясающих аксессуаров. Невозможно от них просто оторвать взгляд. Это красивые клатчи, это красивая сумка, это для лидеров есть специальные предложения, но об этом мы поговорим чуть-чуть позже, и более подробно я расскажу по каждому моменту этой акции. Те, кто уже заказали себе продукции, заказали уже себе каталоги, уже попробовал, потестировали, кто еще не успел потестировать нашу новую новинку туалетную воду Disguise, вы можете ее протестировать на второй страничке каталога, отвернув пластиковый уголок, и продегустировать этот аромат. Если вы еще его не пробуйте, попробуйте прямо сейчас. Это потрясающий аромат. Это новая парфюмерная вода The One Disguise, которую обязательно должен получить каждый. И каждый человек, который приходит к нам в компанию, это уникальное предложение. Помимо стартовой программы, помимо всех преимуществ 20% дисконта, он еще получит вот такой потрясающий аромат. И заметьте, это не просто аромат, который у нас уже был, это новинка. И это тоже эксклюзивный момент, который нужно рассказывать об этом нашим новичкам, что они могут попробовать новинку прямо с первого каталога. Ну и, конечно же, спонсоры тоже захотят себе такую туалетную воду. Так вот, для спонсоров, если он пригласит двоих друзей в период действия компании, он тоже получит эту туалетную воду Disguise и сможет наслаждаться ею и рассказывать о ней еще больше и больше, помогать людям тестировать ее, и наверняка она многих людей привлечет. Также, если вы активно приглашаете на людей в компанию Oriflame, и вы пригласите троих друзей и поможете им пройти первый шаг стартовой программы, вы получите вот такой потрясающий красный клатч. Он очень удобный, он очень комфортный, достаточно широкий, там на нем есть очень красивый брелок, посвященный юбилею компании, там наш логотип, наш ключик к успеху, наш бестселлер, это смягчающее средство, и, конечно же, кулон с логотипом 50 лет компании Oriflame. Если вы пригласите четверых друзей в период действия компании, вы получите сумку. Сумка очень удобная, очень красивая, ее можно увидеть на мероприятиях от компании, когда, ну, пощупать, посмотреть. Ну и я вам рекомендую как можно быстрее приглашать новых людей, чтобы она у первых у вас была на руках, эта сумка, и вы могли ею похвастаться. Ну и, конечно же, условия для наших спонсоров. Топ-300 спонсорам по итогам программы получат по количеству новичков шагом один, гарантированно получат вот такие потрясающие часы. Вы видите, что очень стильный, очень красивый аксессуар, который, я думаю, уже захотела каждая женщина иметь на своей изящной, прекрасной руке, вот такие часы. И также есть у нас лидерские условия для спонсоров. Помогите 20 спонсорам по итогам программы заработать туалетную воду. Помните, что у нас спонсор зарабатывает, если приглашает двоих новичков в компанию, да, он получает туалетную воду Disguise, и вы получите тоже мобильный телефон, смартфон. Гарантированно, если у вас в команде будет 20 человек, которые пригласили двоих людей присоединиться к нашей компании. Ну и, конечно же, самое, так прям хочется сказать, та-дам! Самые вкусные лидерские условия, топ-3 лидера с наибольшим количеством спонсоров, которые заработают туалетную воду, получат iPhone X, самую последнюю модель.
Я думаю, что многие уже потирают ручки, говорят, да, это буду я, конечно же, это буду я, поэтому вперед. Условия классные, условия потрясающие, аксессуары красивые, туалетная вода просто великолепная. Нам есть на что приглашать людей, у нас есть классная стартовая программа, на которой люди могут заработать 5500 гривен, в которую входят продукты бестселлеры, они могут либо реализовать их и заработать дополнительные деньги, либо пользоваться сами с огромным-огромным удовольствием. И, конечно же, сейчас очень выгодные условия для новичков, выгодные предложения. И будьте в тренде, будьте в красном, будьте не пропускайте все новости от компании. И, конечно же, побеждайте. Красный – это цвет успеха и победы. Будьте в центре внимания вместе с компанией Reflame. И следующая акция, про которую мы уже говорили, начиная с конца лета, и сейчас возникает очень много вопросов по ней. Сегодня я расскажу подробности про эту акцию. Акция про медали. Да? Помните, вы задавали в чатах очень много вопросов. Так вот, наша акция стартует с 9 октября и будет идти по 27 января 2018 года. Заказывайте продукты, отмеченные в каталоге с медалями. Если вы посмотрите на страничке наших каталогов, даже наша новая туалетная водичка Disguise уже имеет, вот здесь на страничке, имеет 11 медалей. Поэтому при заказе продуктов с медальками вы их накапливаете. Накапливаете эти медали и потом можете их обменять на роскошные продукты, награды от компании Reflame. Выбирайте продукт, который вы хотите получить в награду. За 5 медалей это будет у нас гель для душа «Пляж Майами», питательный крем для рук «Нежность», либо специальное смягчающее средство. За 15 медалей можем получить объемную тушь The One Volume, черный маркер-карандаш для бровей, жидкие губные помады, наши трех потрясающих оттенков. Я думаю, что каждая женщина захочет себе иметь такой набор в своей косметичке. И, конечно же, наши потрясающие ароматы, которые можно получить за 30 медалей. Вы видите, что наиболее популярные ароматы здесь у нас находятся. Вот за 30 медалей можно дополнительно за 1 гривну приобрести вот такие вот, вот такую вот одну из туалетных вод. Поэтому накапливайте медальки, обменивайте их, делайте для себя награду, да, такую победу за проделанный труд, обменивайте их на любимые продукты и пользуйтесь ими с огромным удовольствием. Акция продлится, я напомню, что с 9 октября, то есть с сегодняшнего дня, по 27 января 2018 года в течение 5 каталогов. С 14 по 1 каталоги. Продукты награда по возможности. Это возможность приобрести продукты и специальной цене за 1 гривну при размещении заказа не менее чем на 1 балл. Медали, полученные в текущем каталоге, можно обменять на продукты по специальной цене только в следующих 2 каталогах. Последний заказ, в котором можно обменять накопленные ранее медали и продукты награды, это каталог 1 2018 года. И возможность копить медали заканчивается 30 декабря 2017 года, то есть в 17 каталоге. Продукты награды не резервируются, количество продуктов наград ограничено, поэтому если вы задумали себе приобрести какой-то за медали какой-то продукт, то поторопитесь и заказывайте его как можно скорее, чтобы он был в наличии на складе. При возврате продукции вследствие приобретения, которым были накоплены медали, организатор вправе в одностороннем порядке аннулировать медали. Вся информация о балансе ваших медалей очень важно посмотреть, сколько же накоплено у меня медалей. Вы можете в своем личном кабинете на нашем сайте. Полные условия указаны на нашем сайте, вы можете там более подробно посмотреть и, конечно же, всегда обращайтесь к нам, к вашим АСМам по всем возникающим вопросам по поводу акции. Ну и следующее, что хотела бы я вам представить, это, конечно же, наши новые инициативы.
И вы знаете, что эти новые инициативы были разработаны совместно с ТОП-15 и нашими растущими лидерами Украины, поэтому в этом году по максимуму запускаются все самые вкусные, по максимуму запускаются все самые выгодные условия. Это новые программы, новые инициативы, которые мы ждали очень давно, и мы знаем, что с этими новыми программами, инициативами будет намного легче расти, будет возможность намного легче приглашать людей в компанию. И я с удовольствием сейчас представлю, уже начиная с 2017 года у нас будет запущен будет запущено несколько программ. В первую очередь это будет новый план успеха. Также у нас есть программа для рекомендующих консультантов, для менеджеров растущих и, конечно же, для наших золотых, старших золотых, и сапфировых и бриллиантовых директоров. Поэтому сейчас вы видите, как вначале Яна сказала, у нас есть предложение для любого человека. Любой человек может, любой партнер в нашей компании, будь то консультант, будь то даже если он сейчас просто потребитель, он может включиться. И, возможно, какая-то инициатива от компании согреет его душу, ему захочется расти вместе с компанией Reflame, строить бизнес и активно-активно развиваться. Ну и давайте начнем с первого. Начнем, конечно же, с плана успеха. По новому плану успеха уже с 15-го каталога у нас стартует новый план успеха. И теперь у нас будет 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 22%. 3% будет составлять 150 бонус-баллов, 6% 450 бонус-баллов, 9% 900 баллов. 12% это 1800 бонус-баллов, 15% 3000 бонус-баллов, 18% 5000 и 22% 7500 баллов. И у нас новое изменение, что директорский бонус будет составлять 5%. Теперь вы видите, что у нас новая градация, вернее, кто уже не один год с нашей компанией в партнерских отношениях, то знает, что мы вернулись к тому прежнему плану успеха. Чем хорош этот план успеха? Во-первых, это то, что вы просили. Для лидеров, которые строят бизнес с международным спонсированием, очень удобно, потому что он один для всего региона СНГ, и очень удобно просчитывать уровни с учетом международного построение бизнеса. Менеджеры наши начинаются уже с 9% и, конечно же, директорский бонус 5%. Итак, давайте поговорим, что же приготовила компания для наших партнеров с уровня от 3 до 9%, для наших подрастающих менеджеров, какие есть выгодные условия, на что сейчас приглашают людей. У нас очень много людей в компании, которые проходят первые стартовые шаги по стартовой программе. И дополнительные преимущества бизнес-класса также у нас являются скидка 50% на любимый продукт, бесплатная доставка заказов на ИСПО, предварительный заказ онлайн и льготный набор из 5 каталогов. Итак, для людей, которые сами любят продукцию, которые активно предлагают рекомендуют нашу продукцию другим людям, для них вводится дополнительный бонус такой для рекомендующих консультантов. Оформляя заказы от 150 баллов и выше, зарабатывайте дополнительный бонус на весь объем свыше 150 баллов. Чем больше вы делаете заказов, тем больше составляет ваш доход. Итак, как это выглядит на примере. Бонус бизнес класса составляет при заказе 150 баллов, вы знаете, что бонус бизнес-класса начисляется, я только что проговорила, от 50 баллов выше 150 баллов, поэтому если ваш заказ составляет 150 баллов, то вы не получаете бонус бизнес-класса. Если ваш заказ составляет личный заказ 200 бонус баллов, то 200 минус 50 равно 50 бонус баллов, и вы на этот объем на 50 бонус баллов получите дополнительный бонус 43 гривны 50 копеек. Если ваш заказ составляет 1000 личных бонус-баллов, то вы получите бонус бизнес-класса на объем 850 баллов. Как на примере указано, 1000 баллов минус 150 баллов равно 850. И тогда ваш дополнительный бонус будет составлять 739 гривен 50 копеек. Но так как эта акция у нас действует до 1000 баллов, если ваш личный заказ составляет 1200 бонус-баллов, то как ни странно, в математике 1200 бонус-баллов минус 150 будет равно все равно 850 бонус-баллов. И ваш доход дополнительный бонус бизнес-класса составит 739 гривен 50 копеек.
Вот такие вот у нас очень вкусные предложения. Я напомню, что у нас есть потрясающая стартовая программа. Я напомню, что у нас есть акция, сейчас называющаяся «Будь в центре внимания». Это кампания по приглашению новичков. В подарок можно получить туалетную воду, клатч, сумку. Можно получить потрясающие часы, смартфон. И получить также, если ты в тройке лучших приглашающих спонсоров топ-3 в Украине, то ты можешь получить новенький iPhone. И я хотела бы сейчас пригласить свою коллегу для того, чтобы она рассказала, какие же преимущества, что же вкусного, интересного приготовила нам компания, начиная уже с уровня менеджера. Вы знаете, что в 15-м каталоге уровень менеджера у нас будет стартовать с 9%, поэтому что же подготовила компания для наших партнеров с уровня менеджера, об этом сейчас расскажет моя коллега Яна Гринько. Яночка, передаю тебе слово. Буквально позавчера вернулась с конференции, менеджерской конференции в Болгарии, и понимаю, что для меня это самое вкусное предложение на сегодняшний день для наших менеджеров. Конференция менеджеров от Oriflame – это, наверное, единственная компания, которая предлагает поездки для менеджеров. То есть даже на небольшом процентном уровне вы можете уже поехать на конференцию за границу, впервые сидеть на самолете. Вот воодушевиться вот всем этим действием, невероятно красивым, потрясающим, наши вечеринки, наши бизнес-конференции, информация, драйв, и это то место, где можно быть со своей командой, быть частью одного огромного сообщества Oriflame. Спрошу вас, что вы знаете сейчас о конференции, которая будет в Хорватии? Что вы знаете, в принципе, о стране Хорватии? Можете писать на нашем чате. Почему вы, ваши менеджеры, хотели бы попасть в Хорватию? Что для вас эта страна в принципе? Что вы не знаете? Архитектура, море, вот что вас драйвит? Вот... Теплая сказочная страна, море, архитектура. Отлично. На самом деле Хорватия – это нечто большее. Недавно с удивлением для себя узнала, что Хорватия является родиной галстуков и портативного фонарика. Как ни удивительно, не французы изобрели галстук, а все-таки хорваты. Что здесь больше солнечных дней, чем в Сиднее. Именно здесь, на набережных Дубровника, снимали такую хорошую половину серии «Игры престолов». Для тех, кто смотрел этот сериал, я думаю, что будет интересно пройтись по этим улочкам и посмотреть, и вот найти какие-то памятные места именно из этого сериала. Но это еще не все. На самом деле в Хорватии есть свой Колизей, который более древний, чем в Риме. И вот здесь на слайде я вывела фотографии именно Колизея, который расположен в Хорватии. Очень интересные древние сооружения, интересная архитектура, есть что посмотреть на самом деле. Кроме того, в Хорватии расположен самый маленький в мире город с населением 23 человека, самый маленький город Хум. Вот эти улочки на фотографиях, это вот эти махонькие улочки этого небольшого городка. Кроме того, здесь есть самая маленькая в мире церковь, которая занесена также в Книгу рекордов Гиннесса. Есть своя Пизанская башня, косая башня в реке, которая также наклонена под углом к оси земли. Очень-очень много интересного: архитектура, сказочная природа, море, безусловно, и потрясающая средиземноморская кухня. Как говорят знатоки, здесь самые вкусные в мире морепродукты, креветки, рыба. Поэтому все, кто такой кулинарный гурман, Хорватия – это тоже та страна, где вы сможете себя побаловать деликатесами. И, безусловно, конечно же, это наши тусовки Oriflame. И сейчас я хочу показать вам видеоролик, который является ярким тому подтверждением. Вот такая замечательная конференция нас ожидает. И сейчас хотелось бы более подробно остановиться на тех условиях, которые необходимо выполнить для того, чтобы поехать в эту замечательную конференцию.
Наша цель. Мы хотим, чтобы на этой конференции в Хорватии нас было как минимум в 5 раз больше участников. На конференции в Болгарии от Украины поехало около 50 человек. То есть наша задача минимум 250 человек в Хорватию. Обязательно. Что мы хотим? У нас есть эксклюзивное предложение для менеджеров. Необходимо показать свой максимальный уровень по новому плану успеха и удержать его в течение 4 каталогов. Для старших менеджеров необходимо продержать этот уровень в течение 6 каталогов в период квалификации. И, безусловно, для директоров также мы подготовили вкусные, интересные предложения. Если вы помогаете как минимум двум менеджерам вашей персональной группы квалифицироваться на конференцию в Хорватию, вы можете вместе с ними отправиться в эту поездку. Если вы квалифицируете двух таких менеджеров, вы можете поехать в Хорватию за 300 евро. Если трех таких менеджеров в вашей команде, ваша стоимость путевки будет составлять 200 евро. Четыре менеджера – 100 евро. И если вы квалифицируете 5 и более менеджеров, по вашей персональной группе вы можете поехать как лидер бесплатно в это замечательное путешествие. Более подробно об условиях. Уверена, что вы все их уже видели, но хочу еще раз на них остановиться. Скажу от себя, что все, кто видели условия для других стран на конференции менеджеров в Хорватии, понимают, что для нас они самые, по сути, легкие из всех, которые были предложены, в принципе, для стран СНГ. Что необходимо сделать? Важно отследить свой максимальный уровень в истории до 10-го каталога 2017 года включительно. Если максимальный уровень в истории был 0-15%, то вам необходимо подтвердить этот уровень в период квалификации с 15-го каталога 2017 года по 3-й каталог 2018 года. То есть 15%, например, были в истории до 10-го каталога, 15% выполняем в период квалификации. 4 каталога минимум с отрывом в один уровень от нижестоящего. И обязательно каждый процентный уровень необходимо выполнить в 3-м каталоге 2018 года, то есть в финальном каталоге квалификации. Что важно? Стать приглашающим спонсором для двух новичков, которые закроют первый шаг стартовой программы в каждом каталоге квалификации. То есть из личного кабинета регистрируем двух человек в каждый каталог и помогаем им закрыть первый шаг стартовой программы. И суммарно за период квалификации необходимо по персональной группе пригласить 25 человек, которые закроют первый шаг стартовой программы. Для менеджеров 0,15%, 4 каталога держим уровень, 25 суммарно Q-рекрутов. Для менеджеров 18% в истории, 4 каталога держим уровень 18% по новому плану успеха, личных 2 Q-рекрута и 35 Q-рекрутов суммарно за период квалификации по персональной группе. Для менеджеров уровня 21%. Важно выйти на уровень старшего менеджера, 4 каталога этот уровень продержать, и выполнить суммарно 40 Q-рекрутов по персональной группе. И 2 личных обязательных на каждом из этапов. И для старших менеджеров необходимо подтвердить ваш уровень в 6 каталогах. И обязательно в 3-м каталоге 2018 года для каждого менеджера. И кроме этого 50 Q-рекрутов ваш суммарный, зачет за период квалификации. Что важно? Обязательно еще раз акцентирую ваше внимание, стать приглашающим спонсором для двух Q-рекрутов в каждом каталоге квалификации, как приглашающим спонсором. И 150 баллов личных необходимо выполнять каждый каталог квалификации. То есть с 15 по 3 каталог 150 баллов обязательно, 2 Q-рекрута обязательно как приглашающим спонсору. И подтверждаем свой процентный уровень, исходя из нового плана успеха. Вот, мне кажется, что из условия... скажем так, очень лояльные для Украины, поэтому я в предвкушении, я думаю, что мы сделаем больше, чем 250 человек и встретимся уже огромной большой командой из Украины в Хорватии. Но это еще не все. Как вы уже знаете, у нас был период предквалификации с 11 по 13 каталоги. Для всех, кто выполнил условия предквалификации, то есть выполнили условия по двум Q-рекрутам каждый каталог квалификации и показали свой максимальный уровень в истории. Для вас все рекруты этого периода засчитываются в суммарный результат по команде. То есть вот здесь предпоследняя колонка, где суммарно за весь период квалификации указано, например, 25 рекрутов, для менеджеров 0,15%. Если вы сделали предквалификацию и у вас там 10 Q-рекрутов, то 10 Q-рекрутов вам засчитаются в период уже сюда в суммарный зачет по квалификации. Это классная новость, но если вы хотите еще,
это еще не все. В честь юбилейного года все, абсолютно все менеджеры могут принять участие в квалификации на менеджерскую конференцию в Хорватию. Что это значит? Новички, существующие консультанты, все, кто где-то что-то недовыполнил в предквалификации, могут в 15-м каталоге принять участие в квалификации на конференцию. Условия для менеджеров. Повторюсь, закрываем новые уровни по сравнению с самым высоким достижением в истории, повторяем 4-6 каталогов, 2 Q-рекрута обязательно как приглашающий спонсор, личные 155 баллов и суммарный зачет по квалифицированным рекрутам за период квалификации. Для директоров, все, кто был в истории, имели звание директор и выше, по 13-му каталогу закрыли звание старший менеджер и выше, и уровень 24%. Именно эти лидеры могут участвовать в лидерских условиях, то есть квалифицировать менеджеров по командам и ехать как лидер на эту конференцию в Хорватию. Что важно? Если по итогам 10-го каталога лидер был на уровне старшего менеджера, а в период перед квалификацией с 11 по 14 каталог закрыл звание директора, то такой лидер участвует в квалификации как старший менеджер. Что, в общем-то, классно, потому что, сами понимаете, что условия для старшего менеджера они несколько отличаются от лидерских условий. И как это всегда было на каждой из наших квалификаций, эти менеджеры для директора должны быть из разных спонсорских веток и быть зарегистрированы в основной стране директора. Вот, собственно, такие у нас условия. Что важно, как и в этом году, так и в следующем, важно быть частным предпринимателем и заключить договор с компанией. Вот такие условия для квалификации. Не пропустите главное приключение этой весны. Я уверена, что будет жарко, будет круто. Но и это еще не все. Это, безусловно, не все предложения, которые есть на текущий момент в компании Reflame. Безусловно, для менеджеров самый главный вот ключевой месседж, что все-таки конференция менеджерская. Это драйв, заряд эмоций, позитива. Это возможность, скажем так, посмотреть на мир несколько под иным углом. Все, кто приезжают с конференции менеджеров, как правило, уже заряжены на результат, на работу. Они показывают из года в год все новые и новые звания, новые уровни, потому что это и, безусловно, хорошая мотивация и классные инструменты для работы. И именно сегодня в 19:00 состоится вебинар. Я уверена, что у всех у вас уже есть письмо на почте, либо сообщение в Телеграме с ссылкой на подключение. Это будет всеукраинский вебинар, где будем рассказывать о, скажем так, о бизнес-инструментах, которые давались на менеджерской конференции, на бизнес-семинаре, на конференции в Болгарии. Поэтому подключайтесь, будет много интересной, важной информации, больше не для мотивации, а все-таки больше по просчетам, по конкретным инструментам в работе, что отследить, как просмотреть тот или иной уровень. То есть будет интересно, будет, скажем так, важно, подключайтесь обязательно. Немножечко подсуммирую. У нас есть ряд предложений для продавцов, для менеджеров, для старших менеджеров. У нас есть супер предложение для директоров. Мы увеличиваем директорский бонус на плюс 25%. То есть к 4%, которые были, плюс 25%, итого 5% теперь директорский бонус суммарный. И кроме этого, это еще опять-таки не все, мы запускаем вот такую инициативу. За каждое одно новое звание к максимальному званию в истории вы получаете дополнительно к вашим выплатам в долларах по плану успеха, которые зафиксированы, за каждое новое звание вы получаете плюс 15 тысяч гривен. Мне кажется, это очень классная вот такая как бы, дополнительный оффер вот в наших условиях. Кроме этого, как быть золотыми директорами, старшими золотыми и сапфирами? Вот здесь супер предложение, то, чего Украина очень-очень долго ждала. Безусловно, сейчас атрибут успешного человека – это не только смартфон, ноутбук и деловой костюм. Но это и еще кое-что. Я думаю, что все же догадались. Да, это, безусловно, автомобиль. Впервые в Украине мы запускаем автопрограмму с уровня «Золотой директор» для старших золотых директоров и сапфировых директоров. Программа «Мой автомобиль». Растите по лестнице успеха и получайте автобонусы.
возникает логичный вопрос, а что же для бриллиантовых и исполнительных директоров? И для них компания точно так же приготовила автопрограмму. Но здесь мы уже предлагаем автомобиль премиум-класса Toyota CRH, очень крутой, классный. Вот, лидеры с уровнем бриллиантовый директор и выше получат индивидуальные планы от компании для того, чтобы получить вот такой автомобиль и пройти по автопрограмме. Если суммировать все, что сегодня мы с вами узнали, то старт этих наших инициатив будет с первого дня 15-го каталога. Новый план успеха, новые бонусы бизнес-класса, автопрограммы для золотых директоров и выше, старт на менеджерскую конференцию в Хорватию. Все-все-все, что нас ожидает, это будет уже начало 15-го каталога. Поэтому очень важно уже сейчас сделать коммуникацию для наших партнеров, для менеджеров, для всех-всех-всех абсолютно людей в наших командах, чтобы люди понимали, с чем им стартовать в 15-м каталоге, что им важно сделать в 14-м каталоге. Акцентируйте на это в вашей работе. Не упустите свой шанс, старт каталог номер.